бывший вице-губернатор Петербурга, по ЖКХ Сергей Козырев на Бентли, цена которого составляет 40 миллионов рублей, устроил гонки с ДПС. Он попытался сбежать от инспекторов, но был задержан полицейскими в своем охотничьем домике в Ленинградской области. 26 января сотрудники ГИБДД остановили водителя Бентли на 160-м километре трассы Скандинавия из-за наличия у него признаков алкогольного опьянения. Мужчину попросили пересесть в служебный автомобиль для разбирательства. Спустя несколько минут экс-чиновник под надуманным предлогом выбрался из полицейской машины и, сев в свой автомобиль, рванул в сторону Выборга. Через несколько часов розыска беглеца нашли на территории охотхозяйства недалеко от поселка Великое Выборгского района Ленобласти. На улице полицейские обнаружили знакомый Бентли, а в одном из охотничьих домиков нашли и самого владельца автомобиля. При задержании он попытался оказать сопротивление, но в результате был доставлен в отделение полиции Выборга. Проверка на алкотестере показала положительный результат. В отношении Козырева составлены административные протоколы за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, невыполнение требования об остановке транспортного средства и невыполнение требования ПДД. Ему дали 5 суток административного ареста, и нам с трудом верится, что он отбывает их, ибо это лицо неприкосновенное.